маневренными огневыми возможностями. Сейчас выполняют проход с выпущенными шасси. Скорость 500 км в час, высота 200 метров. Убирают шасси до. Минимальная взлетная масса его составляет 56 тонн. Здесь БМП-3, БМП-2, боевая машина десанта БМД-4 и БТР-84. Начальник ракетной польской артиллерии генерал-лейтенант Михаил Шихайлович Кузнецов. Я подобрал первыми мероприятиями способом артиллерийского боевого масла БМД-4. Друзья, внимание на экран, вы видите, как заблокировано вертолетное, а также стрельба составляет 280 километров. Да, это действительно мощнейшее современное оружие вооруженных сил Российской Федерации. Ну что ж, внимание на боевые позиции. Вы видите, как ведет боевую стрельбу взвод после. И это Александр Петрович Леонов. Первый на ваших экранах вы видите модернизированную зенитно-самоходную установку «Шелка-4». Огневые позиции, огневых дорожках, а тем временем справа и слева противника, ну что, сейчас вы видите мишень, вся изрешетена. Нет возможности никакой укрыться, а убраться своего вертолета при точкуальном огне средствами вооруженного действия. С 8 до 10 тысяч метров модернизирована аппаратура управления ракетой, что повысила пакета защищенность аппаратуры тактических помет. Дождевский прибор боевой техники, основные технические характеристики. Грузоподъемность составляет 85 тонн. И сейчас вы видите, как подразделение инженеров начинает проводить мостовую линию. Прошу с вами экрана. И сейчас покажите, пожалуйста, шинку, четвертое направление. Шинка М4 является средством противовоздушной обороны малой дальности, способная вести боевую самостоятельное управление парашютных системах специального назначения «Арбалет-2». Эти парашютные системы в данный способ наиболее эффективен в подразумной местности, требует от различных активных физических правил и высочайших, что немаловажно, психологической подготовленности. Это способ меняется в. И сейчас для усиления групп специального назначения вы наблюдаете, как выдвигаются мотоциклетные группы.